Можно ли вернуть капиталы в Россию? Ну, тем, кто их туда увез, я думаю, совсем не надо. И я думаю, что они им по барабану на Россию, в общем-то. Они не для этого это увозили отсюда. Капиталы вернуть нельзя, потому что не дадут. Смотря кто. Я думаю, кто-то сможет. Я думаю, что кому-то настоятельно попросит, он вернет. Ну нет, конечно. Ну, люди же с головой. Все нормально, я думаю. Они же дружат, и они все прекрасно понимают. Да нет, конечно. Потому что устроено у нас тут так все. Мне кажется, нет. Потому что они не захотят сами. Они лежат же, наверное, на счетах в иностранных банках. И их, наверное, проще другим государствам как-то заморозить и все. А как их сюда весь вернуть, это вряд ли, наверное. Я думаю, что это невозможно. Их просто не вернут. Владельцы не вернут. Обидно, досадно, но соляви. Нет. Почему? Потому что они уже вложили там в бизнес и вряд ли будут его возвращать назад. Я в это не верю.